Очередное повышение трудовых и социальных пенсий произойдет в 2014 году. Трудовые пенсии в 2014 году в России вырастут на 8,8%, а социальные – на 15,2%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Это, естественно, выше инфляции, поэтому будет увеличение реальных пенсий. И мы предполагаем по проектировкам, что в 2014 году средний размер трудовой пенсии составит 11 144 рубля. В 2016 году более 13 тысяч рублей. И соотношение с прожиточным минимумом пенсионера к 2016 году поднимется почти до 192%, отметил министр.